Добрый день, Виталий, компания Boston Technic. Я уже походу. Сегодня вашему вниманию я хочу предоставить колеса. Колеса передние на комбайн. Абсолютно в различном состоянии, различные модификации. В различном состоянии. Состояние я имею в виду, что они могут быть как немножечко изношены, так и новые вообще. Вопрос цены будет варьировать. В зависимости от протектора, от качества колеса, от марки колеса. Есть абсолютно новые, есть немножечко БУ. Это я уже повторяюсь, но тем не менее. Ассортимент очень широкий. Вы можете приехать и выбрать. То есть тут даже есть узкие колеса. Обращаю внимание. То есть не только на комбайн. Тут мое упущение. Узкие я тоже отдельно сниму. Очень большой выбор. Есть колеса уже, которые стоят на дисках. Ну, соответственно, все будет зависеть от цены. Абсолютно разные. Мы все это готовы вам продать, реализовать. У нас есть кредит, лизинг, обмен. Тем более, что колеса сейчас у нас передние, ну, далеко не из дешевых, так скажем. Вот, смотрите. По диаметру, по ширине. Подобрать можем любое абсолютно. Здесь есть и на трактор, насколько я обратил внимание. Здесь есть и на бюллеры. Тоже уже обратил внимание. Так что ждем звонков. Обращайтесь.